Всех приветствую на канале Ярославский Гору. 24 ноября на дворе стоит изумительная осень. Пришло долгожданное время уборки капусты сорта Мегатонов 1. На медне был мороз минус 5 градусов. Больше держать капусту в грунте не имеет смысла. И я решил рубить капусту. Результат вы видите на экране. 9 отличных кочней. Весом все равно по 5 килограмм. Капуста сорта Мегатон может вырасти до 15 килограмм, но такие гиганты мне ни к чему. 5 килограмм самый оптимальный вариант. Первоначально было 10 кочней, первый снял в сентябре. Кочан явно отдавал горечью и не имел капустного хруста. После заморозка все стало на свои места, и вкус, и хруст. Впереди вас ждет еще большой обзор на данный сорт. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!